Привет. Хотел информацией поделиться, пока бумажки не выкинул. Стекла для планшетов, для телефонов. Тут написано твердость 9H против ударов. Ну, это я не знаю. Против ударов стекло бьется все равно. Smudge proof. Это вот против жира. Eye protection. Что-то плохо понимаю. Ай, почему здесь глаз? Ну, стекло и стекло. Так, анти шатерит фильм. Силикон. Типа крепко держится. Ну, что я хотел рассказать, что покрытие от жирных пальцев иногда написано, что все супер, они все премиум стекла, и все равно разводы остаются. То есть, а вот олеофобик surface, вот олеофобик. Все равно, вот это, в частности, да, вот Xiaomi, блин. Здесь вообще херовое, один жир сразу с одного пальца все торчит. Силикон, а что-то они вот пишут. Силикон. Адгезия, что прилипает, хорошо держится. Ну, держится нормально, да. Ну, блин, вот этот жир, вот уже никакого олеофобного покрытия, это вот ложь. Ну, смотреть надо конкретно, уже пальцем поелозить, такая херня, сразу видно. Причем я еложу теми же пальцами по телефону, там, ну, мало жира. А с этих, то же самое в планшете, все, прям не отодрать этот жир. Ну, что я хотел рассказать. Ну, такие же тут тоже написано. Так, что здесь? Ага, олеофобик. Силикон. Что это такое мелкое? Real Glass. Ну, пофиг. Real, не real. Главное, вот это, жир вот этот вот, ужасно. Ужасно. Ну, по покрытию нет олеофобного. Ни, прям ни тряпкой не оттереть. Труд, ни хера не оттереть вот этот жир. Так, анти... Что? Легко чистится. Ну, вот это маленькое стекло. Претензия у меня к планшетному, вот к этому. Что это, типа, держится стекло? Ну, держится вроде, да. Так. Ну, в общем-то, все. Наверное, может быть, подороже там и лучше покрытие олеофобное. Но эти вот они... Вот это даже было подешевле и лучше олеофобное покрытие. Может быть и такое. Так что просто тестируйте пальцем. На этом все. До свидания. Всего хорошего. Пока. Даешь революцию.